Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Гюстав Моро, «Эдип и Сфинкс», 1864 год, холст масла, 206/104. Художник-символист Гюстав Моро обращается в своей картине к древнегреческому мифу о том, как герой и царь Эдип встретил по дороге Фивы Сфинкса, крылатое чудовище с телом льва и головой женщины, которая всем путникам задавала одну и ту же загадку: кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух и вечером на трех. Никто не мог дать ответа, и сфинкс пожирал их. Но Эдип догадался, что это человек в младенчестве, в зрелом возрасте и в старости. У Моро сфинкс наделен головой прекрасной девушки. За грациозностью кошки он прыгает Эдипу на грудь, отчего вся сцена приобретает особый чувственный оттенок. Но герой смотрит на это существо с интересом и опасением. Сфинкс – воплощение природы, которая вечно задает человеку загадки. И кто знает, разгадает ли он их в очередной раз. Как писал поэт Шарль Бодлер, природа – некий храм, где от живых колонн обрывки смутных фраз исходят временами. Как в чаще символов мы бродим в этом храме, и взглядом родственным глядит на смерть он. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Гюстава Моро «Эдип и Сфинкс», 1864 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.